Приветствую вас, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же моряк, и это «Фокусы от моряка». Сегодня у нас с вами очередной гостевой выпуск, и сегодняшний наш гость носит ник «Хобби Мэнс». Если вы интересуетесь карточными фокусами, я уверен, вы его знаете. И вот сегодня для нас он подготовил трюк, который полюбас понравится всем любителям покера и любителям доставать 4 тузов из рукава. Ну что ж, давайте посмотрим. Всем привет, с вами Хобби Мэнс, и это канал «Фокусы от моряка». Сегодня я вам хочу показать весьма простой, но очень эффектный карточный фокус. Давайте его посмотрим, а затем будем учиться. Я попрошу зрителя подснять какое-то количество карт с моей колоды. Отлично, зритель подснял, а теперь мы выберем я из этой, зритель из этой колоды, любые 4 карты. Какие вздумается. Мы можем раздвинуть лентой и выбирать абсолютно любые карты. Ну, так вот давайте мы сделаем из серединки самой. И зритель также выбрал 4 карты. Хорошо. Теперь давайте мы сыграем с нашим зрителем в такую игру. Я буду предлагать ему выбирать счастливые карты для себя и для меня. И сыграем потом своего рода покер с нашим зрителем. Я выбираю 2 карты и говорю, какая карта для тебя счастливая. Вот эта карта. Хорошо, возьми ее. Какая следующая карта для тебя будет счастливой? Почувствуй ее. Мы отдаем ему эту карту. Теперь давай выберем для меня счастливую карту. Эта карта пойдет мне. Отлично, вот эта карта пойдет мне. Следующая карта, которая для меня, вот эта. Ну, я надеюсь, наш зритель действительно выбирает для меня счастливые карты, а не только для себя. Теперь тебе карта. Какая для тебя счастливая? Вот эта карта для тебя счастливая. Хорошо. И мне счастливую карту выберем. Отлично. И какая у нас следующая карта будет счастливой? Вот эта. Хорошо, возьми ее. Мы возьмем оставшуюся карту. Давай посмотрим, что зритель выбрал для меня, какие счастливые карты, и для себя. У меня есть 8. Ну, достаточно неплохое начало. 3. Ну, так себе. Чувствую, зритель не очень старался и выбирал для меня карты. Да, карты у меня, как вы видите, не очень хорошая, но будем надеяться, что у зрителя еще хуже карта. И давайте посмотрим. У зрителя у нас первая карта туз. Ну, ему несказанно повезло на самом деле. Еще один туз. Еще туз. И еще один туз. Ну, это просто что-то невероятное, и наш зритель вынул все 4 туза. Наш зритель просто несказанный счастливчик. И перед обучением не забывайте ставить лайки под это видео и подписываться на канал Моряка. А мы переходим к обучению. Конечно же, нам нужна небольшая подготовка, а именно 4 туза у нас находятся снизу колоды. Все 4 туза. Вот, в принципе, и все. Далее мы можем потасовать колоду. Конечно же, сохраняя нижние карты. Можем это сделать так, можем сделать какой-то тасовкой фаро. И опять же делаем так, чтобы наши карты внизу не перемешивались. Предлагаем зрителю снять какое-то количество карт. И наш зритель это делает. Затем мы говорим, что он должен вынуть любые 4 карты отсюда, а я выну отсюда. Потом мы делаем, можем брейк, можем немножко наискосок взять вот эти карты. То есть наши тузы мы должны запомнить, где они находятся. И мы, возможно, взять просто их на брейк. Далее, пока зритель у нас выбирает, и мы выбираем также. Мы раздвигаем карты, показывая, что у нас все карты одинаковые и любые. И запоминаем, где у нас тузы, перехватываем. Вот таким вот образом я это делаю. У меня 2 туза здесь и 2 туза здесь. Я одну карту скидываю отсюда, одну отсюда, одну отсюда, одну отсюда. И создается впечатление, что я их просто вот выбрал из середины случайные карты. Затем мы берем наши карты, карты зрителя, и картами зрителя накрываем своих тузов. Далее объясняем что-то зрителю, что мы будем сейчас играть своего рода покер, и снимаю одну карту. Я буду предлагать тебе выбирать 4 карты, выбирать из 2 карт счастливые карты, и ты будешь их брать себе. И так у нас выберется 4 карты. Ну, в общем, какое-то делаем объяснение, затягиваем это и снимаем еще 3 карты. То есть вот они 3. Таким образом, чтобы все 4 туза у нас были наверху колоды. Зачем это нужно? Вот это вот подснятие сначала одной карты, вот это вот, потом 3 карт. Мы делаем видимость тасовки.
Если мы бы сразу положили наши карты наверх, то зритель мог бы догадаться, что что-то здесь не так. А мы и эти карты перетасуем. И это дополнительная иллюзия, что у нас ничего под контролем нету. И карты здесь действительно самые случайные и в случайном порядке. И это всегда здорово. Затем мы предлагаем зрителю выбрать, какая для тебя карта будет счастливой. И что бы зритель не выбрал, мы ему предлагаем выбор из двух тузов. И зритель любую карту называет для него самую счастливую и забирает. Мы также предлагаем выбрать следующую карту. Какая карта для тебя счастливая? Мы можем эти карты положить и провести. Если зритель у нас положит вот так ладошки, мы можем провести по ладошкам и спросить, какая карта для тебя счастливая. А зритель ему какую-то покажет. Можем таким способом сделать. И убрать эту опять же под низ. Теперь мы выбираем для себя счастливую карту. И нам зритель, чтобы не показал, мы выбираем из двух случайных карт. Зритель нам какую-то показывает. И проделываем все то же самое. Зритель нам показал. Далее мы по две карты раздали. И опять мы предлагаем выбрать зрителю, какая для тебя счастливая карта. И мы опять предлагаем выбрать из двух тузов. И зритель какую-то предлагает карту. Выбирает. След этого туза мы убираем под низ нашей колоды. Мы выбираем для себя карту, опять же, из двух случайных. Зритель какую-то показывает. Далее мы можем карты немножко перетасовать, но мы должны помнить, где у нас находится туз, в какой руке. То есть мы предлагаем, какая карта следующая будет счастливой. Если зритель показывает на туза, мы говорим замечательно, не показываем, конечно, эту карту и кладем ему. Если он показывает на эту карту, говоря, что это счастливая карта, мы говорим, хорошо, последнюю счастливую карту я возьму себе, потому что я очень хочу выиграть. И туза мы все равно кладем нашему зрителю. То есть это такой псевдовыбор. У нас открываются совершенно случайные карты, а у нашего зрителя оказывается на руках все 4 туза. Такой вот весьма прикольный фокус. Я надеюсь, он вам понравился, и вы быстро им овладеете. Удивляйте своих друзей и знакомых. Всем счастливо и пока!